Отношения Азербайджана и Китая основаны на взаимном сотрудничестве и дружбе, заявил посол Китая в стране Гу Минь на официальном приеме по случаю 70-летия Китайской Народной Республики. Посол отметил, что Азербайджан является надежным партнером для взаимодействия в различных областях. За 27 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами установились прочные связи и взаимное уважение. Дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день отношения между странами динамично развиваются и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении. Отношения между Азербайджаном и Китаем имеют тенденцию стабильного развития и укрепления партнерских связей. Это позволяет создать между двумя странами новую модель партнерских отношений. Азербайджан для Китая – это друг и надежный партнер в евразийском пространстве. Двусторонние связи между странами и дальше будут развиваться в русле надежных дипломатических отношений.